там что-то там проснулся. Легко перепутать. И как вам лыжня? Отлично все. Готовы? Конечно. Вот настоящий лыжник, Паша. А вон оттуда. Привет. А, идешь. И фурку. Юрий Михайлович. Блин, я номер где-то проиграл. Проиграл. Как вы готовы к лыжне? Это тоже сразу втихаря. Кому-то надо летопись писать. Правильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Колонки тут снимаете. За рис. Я знаю, что меня дождется. Да и Николаю. Хорошо, нас фотографируют. Есть запрос. Да у меня их нет. Юрий Михайлович. Юрий Михайлович. Здравствуйте, дорогой. Здравствуйте. Соревнований. Мы рады приветствовать вас на открытии районных соревнований по лыжным гонкам. Среди команд, поселений, учреждений, организаций, предприятий всех форм собственности Карачанского района, посвященных 80-й годовщине освобождения Карачанского района от немецко-фашистских захватчиков. На церемонии открытия соревнований присутствуют заместитель главы администрации Карачанского района по социальной политике Татьяна Владимировна Бычихина. Заместитель председателя муниципального совета Карачанского района, секретарь Карачанского местного отделения партии «Единая Россия» Марина Петровна Афанаськова. Начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации Карачанского района и главный судья соревнований Андрей Васильевич Панарин. Районные соревнования по лыжным гонкам, посвященные 80-й годовщине освобождения Карачанского района от немецко-фашистских захватчиков, объявляются открытыми. Равнение на флаг Российской Федерации.
Уважаемые участники, уважаемые участники сегодняшних спортивных соревнований, я рада приветствовать вас на этом мероприятии от имени главы администрации Николая Васильевича Нестерова. Сегодня, как сказали ведущие, вся эта неделя, она особенная для нас. 80 лет назад, 7 февраля, освободили территорию Карачанского района. Освободили большую часть сел нашего района от оккупации, которая длилась 222 дня. Сегодня мы проводим соревнования, которые посвящаем нашим дедам, нашим прадедам, тем героям и победителям, которые подарили нам с вами мирное небо, свободу, возможность жить и развиваться. Сегодня каждый из вас, я уверена в этом, посвятит свой результат своему герою, герою своей семьи, дедушке, возможно, бабушке, которая в тылу восстанавливала после освобождения нашу территорию. Возможно, прадеду, который отдал свою жизнь, но он знал, что это было сделано не зря. Я уверена, что пусть даже не все смогут сегодня победить, но каждый из вас поставит для себя определенную цель, определенный результат. И вы, как потомки героев-победителей, с той же уверенностью и с той же верой в победу, как и наши деды, прадеды, будете стремиться улучшить свой результат и дойти до финиша, как бы трудно вам ни было. Я желаю, чтобы каждый из вас сегодня был победителем. Победителем и героем своей семьи. Желаю, чтобы сегодняшние соревнования, конечно же, подарили вам море хорошего настроения, бодрости, заряда энергии. Спасибо погоде, которая подарила нам возможность все-таки провести эти соревнования. Выпал снег, которого мы очень-очень все долго ждали. Желаю всем победы, успеха и хорошего настроения. С праздником! Дорогие друзья, я рада сегодня приветствовать каждого из вас на нашей лыжной гонке 80. Для жителей Карачанского района мы знаем, что такие гонки мы проводили с вами на протяжении многих долгих лет. Но то ковидная история, то снега не было. И, наверное, так вот Бог просто послал нам действительно сегодня наш белоснежный карачанский снег и хорошую погоду, чтобы у нас гонки состоялись. Я уверена, что сегодня здесь собрались настоящие патриоты нашей малой родины. Я с гордостью хочу вам сказать громадное спасибо за то, что сегодня здесь в гонке будут принимать участие сторонники и члены Карачанского местного отделения партии «Единая Россия». Мне очень приятно, что вас сегодня будут поддерживать секретари первичных отделений партии «Единая Россия». И мне с гордостью могу сказать, очень приятно, что сегодня такое большое количество, 24 команды, 24-3, будут спешить уверенно на нашей карачанской лыжне к победе. Да, я хочу сказать действительно, поддержать слова Татьяны Владимировны. Кто сегодня будет участвовать в гонке, вы уже каждый для себя победитель. И вы говорите нам, особенно молодые участники сегодня, что наше будущее в хороших, надежных руках. Мне хочется передать вам слова приветствия от большой дружной команды всех единороссов Карачанского района и также от руководителя нашей партийной организации региона Гладкова Вячеслава Владимировича. Вперед! Победе, ребята! По программе проведения районных соревнований по лыжным гонкам слово предоставляется главному судье соревнований Андрею Васильевичу Панарину. Уважаемые участники, как предыдущие ораторы сказали, что 80 человек на посвященные 80-летию освобождения Карачи будут сегодня участвовать в лыжном забеге. Эстафета, лыжный забег. Я хотел бы еще
отблагодарить всех людей, которые были участники, что в этом году, вот в начинающемся году и в середине, и в конце года, у нас откроется еще 3 больших спортивных объекта, культурно-спортивных объекта. Это парк молодежный, где будет Карачанский парк молодежный, где будет очень много спортивных объектов. Та же велолыжа, роллерная трасса, которую мы очень долго ждали. Погорельское поселение все-таки найдет себе место, где будет культура и спорт, уже будет ихняя Погорельская. И мы все-таки дождались, что в Карачанском районе будет свой футзальный зал, большой зал в центре города, короче, в центре Карачанского района. Эти 3 объекта, я думаю, что дадут нам больше сил и успехов во всех соревнованиях. По проведению соревнований вы все получили номера, вам всем сказали, кто в каком забеге участвует. В каждом забеге участвуют 3 команды. Сейчас вы посмотрите направо, вот где вот у нас стоят 3 судьи главные, стартера. Это и фишками огорожено, это старт и финиш каждого этапа. В связи с тем погодными условиями, что снега не очень много, и мы все-таки перенесли снег, мы маленько уменьшаем дистанцию, не 500, а 400 метров. И последний забег будет не 2 круга, а 1. Каждый забег будет по одному кругу, потому что, чтобы дошли все участники по нормальной лыжной трассе. Это не означает, что мы кого-то жалеем или хотим кого-то преуменьшить. Потом, после соревнований, можете кататься здесь сколько угодно, но тема та, чтобы провести соревнования на очень хорошем уровне, чтобы и снежный покров выдержал. Потому что все-таки 80 человек пройдут, это тоже будет достаточно для этой трассы. Я желаю всем успехов. И как сказали ранее мои коллеги, что получите больше удовольствия. И после забега, пожалуйста, будет стоять чай, будут... Каждому участнику даны сладкие призы, как для того, чтобы немножко повеселить вас. Чай с многотравий Карачанского района. Всем удачи, спасибо. Всем участникам сегодняшних соревнований мы желаем показать достойные результаты, к которым они стремятся. Уверенности в своих силах и вдохновения для победы. Дорогие, у меня вопрос. Есть коньковый ход, а есть классический. Сейчас мы последний выступаем. Сейчас разобьют, а как мы будем потом ехать? Если мы идем классический. Ага. Надо набить было вам такую и такую. Есть набитая трасса для классики. Есть. Для вас мы специально. Есть да. Трасса для классики. Ура! Как лидеры наших соревнований?
Это шикарно. Готово? Замерзли руки, но ничего. Мерзлотики это дело такое. А так все отлично. Так, покинуть коридор. Давай! Вот еще. Вот так, не мешает. Давай. Нет, молодец. Давай. Касание. Главное касание. Отрабатываем тактику, стратегию на предстоящие гонки. Спортфак 89. Главное участие. Песок еще не сыпется. Вот. С той поры минуло много лет. Но как вчера стоит перед глазами моя замечательная группа. Выпуск спортфака 1989 года. Лучше... Латавец Кощеева готовим. Занимаем скрай. И не в стих. От разнотравья. Что пиздаш? Какой скинул лыжи, побежал. Андрей Иванович, Наташа, где? Свое что-то отвести, да, оценка там автомобиля. Юрий Михайлович, ты специально, да? Ну, надо же когда-то в историю войти. Не говорите, да. С ароматным чаем, настроение, конечно. Как? Отличное настроение. И погода хорошая. Да, вообще прекрасно. Ой, мята тут вообще отлично. Чай называется «Здоровье». Юрий Михайлович, не снимай. Да. Самая красивая женщина Карачанского района. Очень хорошо. Очень приятно. Как настроение у нас перед стартом? Желание победить? Лишь бы пройти. Ну вот этого не надо. Самое главное здоровье. Самое главное здоровье. Ты не угонишься уже. Это нам надо, да, друг другу. Нам уже надо думать о здоровье. Вы сейчас фору еще дадите. О пенсии начинать думать потихоньку. Как настроение? Победить? Да, конечно. А вы, наверное, самый возрастной участник, да? Моложе всех. Да. Ну, желаем победы, удачи. Спасибо. Самое главное – здоровье и без травм. Спасибо. Евгений? Он сказал, что дома. А сам сбежал. Так, с трассы. Туса бьют. Финиш! Внимание! Марш! Как там настроение? Отлично. Интервью после финиша. Все супер. Можно было больше. Классика хода, лянь. Мало. Вот белой королевы. Так, давай. Финиш. Преподаватели физической культуры школы-интернат Карачанского района. Погорелов Сергей Юрьевич,
Халдомин Константин Михайлович. Группа в желтых майках лидера. Он обойдет его. Это спортфлот какой год выпуска? Я 84-й. 84-й. 89-й есть. Владимир Иванович, какой год выпуска спортфлот? 89. О, 89 уже было. Было? Да. С Волчиком. Только он 4-й курс, а я 1-й. Как это? В одной школе для дураков. 84. Финиш! Минуту сними. Как впечатление после финиша? Фуркат. Как? А? После финиша как? Четко. Четко. Есть к чему стремиться. Будем работать, будем стараться и станем на следующий год чемпионами. Правда? Конечно! Да! Да!
Хорошо. Все отлично. Динамо, держись. Александр Викторович, рекорд или что?